Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с послом России. Александр Суриков завершает свою дипмиссию в Беларуси. Во Дворце независимости при этом отошли от привычного протокола. Встреча началась со вручения подарков. Рад видеть молодым, хорошо выглядит, загорелым. В России приехал. Да. Это внукам, это тебе в семье. Это тоже нужно делать. Спасибо. Да, но самое главное... Долго служил. Держи. Вот. Спасибо. Видишь? Спасибо. Где-нибудь повесишь, будешь идти мимо на стенке, вспомнишь. Конечно, да. Президент поблагодарил дипломата за работу на благо двух государств. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что понимает, посол представляет официальную точку зрения своей страны, но при этом именно Александр Суриков приложил максимум усилий, чтобы еще больше сблизить братские народы Беларуси и России. Очень ценю. Сан Саныч всегда видел Беларусь не как чужую. Поэтому я говорю, вот Беларусь твоя тоже... Точно так, как и многих белорусов. Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси. И знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Я думаю, наши позиции совпадают. Да, у нас есть различные интересы, но думаю, что никогда не противоречили белорусские России. А российские интересы Беларуси. Поэтому я очень благодарен, Сан Саныч, за то, что ты сделал для наших отношений. Эта страница, это останется в истории значимым событием, ваша здесь, ваша работа здесь. И дай Бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков, посол Российской Федерации в Беларуси. Разговаривал с президентом России только что. И я ему сказал, что мы встречаемся с Сан Санычем Суриковым. И я высказал свою точку зрения по поводу его работы. Я очень рад, что ты так высоко ценишь работу нашего посла. Он говорит, он же больше 10 лет работает, конечно. Это говорит, беспрецедентный случай. Александр Суриков, который работал послом России в нашей стране 12,5 лет, ответил, что благодарен за такую оценку своей деятельности и за все годы, проведенные в Беларуси.